Ну чего, 12 часов ночи. Всем привет. Только недавно попрощались, пришло несколько информаций. Мы собрали просто вот необходимое, оделись, обуваемся и сейчас выезжаем в Светловодск. Будем ночевать сегодня у бабушки, потому как у нас слишком... Тот город, скажем так, находится выше, чем мы, по понятным причинам. Мы говорим за дамбу, потому что есть такие, что у нас здесь один есть и это дамба. Поэтому вот так, как-то я так. Я готова, я осталась обуться и выйти. Да, все наши знакомые уже тоже там же, в Светловодске, mm-hmm. остались мы. Все, мы вот это вот берем в зубы, я беру курточку, обуваемся и выходим. Да. Задки, задки, задки. Задки, да. Где там бабушка? Так, я пока один свет включу. Этот самый, да, мы сейчас... Сейчас забираем маму, короче, и... Забираем бабушку нашу и едем до бабушки в Светловодск. А? Ну, по крайней мере, хотя начало бы первого, хотя в спокойствии и безопасности переночуем. Переночевать, а дальше утром уже думать, что делать дальше. Если что, я вам по секрету скажу. Возможно, поедем на Польшу. Возможно, но не факт. Мы еще не решили, но... Но нас зовут уже поехать. Ну, так-то. Бабушка наша. Ой, ничего себе, пакетик маленький. Собрали. А что там? Курточки, а курточки зачем вам? Две. А ну, что я убираться буду? Действительно, на одну ночь. Давайте, ложите, ложите. Так, есть. Теперь я. Теперь я. Ну понятно. Оп. Но машин нигде нет. Все, пристегиваюсь, погнали. Мы едем, понял, Рюхненко, перед фурой едем. Да. Везут, короче, на фуре эти плиты. Плиты. Походу на блокпосты. Походу на блокпосты, да. Так. Если присмотреться, видно, что на машине этот бокс. Багажники, багажник, боксы. Да. Едут, текают. Едут люди. Где люди? О, там да, машины. Да, да, Илюха так и говорил тоже. Говорит, когда я ехал, говорит, машин было достаточно. А аха. Чё? Аха, конечно, да. Аха. Смотри. Еще одна машина тоже аха. Давай и там вон еще, Зай, выезжай, потому что не выйдешь. Вон, смотрите, сколько машин едет. Вот, боже. Аха. Все, люди, я тебе люди говорю, бегут. Харьков у нас здесь, их просто немерено. Они на Польшу тоже походу люди едут. Бегут. Походу на Польшу едут. Я же говорю, есть большой процент вероятности, что мы поедем только завтра за ними. Возможно. Так, мы уже возле Светловодска. Въезжаем Буры. Как раз. С чем? Бензин, походу, да? Пропан-бутан. Да. Газ, бензин. Поверь. Пропан-бутан. И колбасы поехали. Так, ну что, ладно, сейчас будем проезжать здесь через весь нет. город. Ничего нет, не вижу. Слава богу. Здесь, слава богу, никого нет. Хорошо, тогда едем прямо. Вот туда влево прямо. Думаешь? Да. Так, еще так. Едет машина. АВ. ВИ. ВИ. АМ. ВИ. АМ, ВИ. Фуры. Номера абсолютно разные попадаются вообще. ВС. Что у нас здесь дальше? СЕ. Тоже так, далеко. Так, ну что, едем, наверное, лучше прямо. Да, вот сюда. Для вот безопасности. Сюда. Тянет поехать, если честно, направо, узнать, что там на дамбе. Там понятно, что там. Жалко. Страшно. Не хочу. Ну, там стрёмненько, да. Слышишь, кстати, гарью тоже пахнет. Тут. Светловодск, конечно же, ничем никогда. Да, гарью воняет. И у нас, и тут. Смотрите, что впереди. Вы вот где-то что-то видите? Вот просто в домах, просто пар, все выключено, смотрите. Все спят. Световод всегда отличался. Ночью всегда выключал свет. Зачем? Тем более в этот момент, зачем? На включать? Улицах свет, Сережа имеет в виду? Да, да, на улицах. Ладно, все, поехали. Темень впереди. У тебя фары есть. Вон, о. С багажника, с рисунками. Тоже кого-то, Кременчук, видишь? Угу. Кременчук привез, с Кременчуга кто-то сюда. Все боятся того, чего и мы. Вот видите, реально люди боятся и с Кременчуга едут в Светловодск. И так наши многие знакомые сделали. Да. Сейчас стоим уже в жопу. Покажи. Бабушки сделали новые двери в подъезд. Ты шо? И домофон поставили. Наверное, чувствовали. Только не провели в квартиру. А, так поставили, но не провели в квартиру? Угу. А, нам спустили. Угу. Тема с бабушками поехала. Сейчас наверх и мы сейчас. Сейчас надо что-то по-любому перекусить, а я... Да, я понял. Мы в 6 часов да. покушали. Да. 7 часов назад, скажем так. 7 часов назад. Постельку нам стелят. Кушать нам делают.
Да, Зай? Да, да. Ты... Зая мониторит уже все в телефоне. Все забирают нас. Папа! Так приятно. Папа! Я говорю, это так приятно, говорю, все забирают. Столько стран написала, что вот прям реально приютим. Италия, все, Эстония, и Германия, Германия, Италия, Эстония, Польша. Италия, Польша. Там, столько людей. Там много, много писали. Песня «Срека». Всех не вспомнишь, не перечислишь. И огромнейшее спасибо всем. Изначально за этого просто, да. Ну, слов нет. Просто спасибо. Это просто спасибо. Как бы, ну. Мы пока здесь. Это неописуемое то, что вот ваше предложение. Да. Мы пока здесь. Это, я не знаю, у меня 99 плюс неотвеченных этих. Ну, больше 100 не показывает. И я не могу сесть. Я начал там же смотреть дома, ага. Отвечать, мне телефон начал садиться просто, как не знаю кто. Так, ладно, сейчас мы перекусим. Тёмику пельмени, нам супчик. И будем... Ну да, лечь надо, если... Ложиться банькать. Вдруг, мало ли, если таки решим куда-то поехать завтра. Надо быть выспанными. Надо быть выспанными, да. Все, давай, будем кушать. Так, все хорошо, все прекрасно. Мы покушали, чай попили, все это, так что... Посидели, понервничали еще чуть-чуть. Насмотрелись кучу всего. Так, ладно, это все нормально? Да. Не переживаем. Тёмику постелили одно кресло, бабушке постелили второе кресло. Так что нормально. Все круто, да. Поэтому все. Мы спадки и да. Через секунду увидимся. До как завтра. Как проснемся. Нам до завтра, а вам через секунду. Всем доброе утро. Нормально. Да. Оп. Доброе утро. Доброе. Проснулись, будем кушать борщик. Прекрасно вообще. Перекусим. Снимай. А, там это. Что, попрятали? Выходите. Сережа, нет, что? Нет, а то я тут стою на ней. Я стою на ней. Так, вы покушайте, потом как-то надо все-таки в машину спуститься. А зачем? А что там хочешь? Так, все, иди, гуляй. Спокойной ночи. Мне взять. Где лучше поспать, Ляш, отдохни. Рано же. Так будет лучше. А то важно. Тебе сколько еще? Не, мой где-то там. Это сколько? Вот это их. Картошечки. Мой маленький. Ночь там лежит, поешь. И укроп. А на столе нема? Пойдет? Не-не-не. Там. Не знаю. Конечно, не знаю. Все, на, жуй. Погодка. Вроде ничего. Более-менее хорошенькая такая. Угу. Ой, капец. Бабушка говорила, на машине кошка спала. Жучка. Нет, не жучка, кошка. Тёма, борщ будешь? Тёма, кто бы меня слышал? Ты, не уходи. Все, опа, это все, конечно, хорошо, но надо кушать. Там моя. Хорошо. Ой, ты. Где? В холодильнике. Где то? Вверху. Это. А, теперь как не могу проснуться. Давай, просыпайся, хватит тебе там это, залипать в своих мыслях. Я вообще никогда не могу. Да вот уж. Пока. Ну что, ты думаешь, ты тут останешься? Ты тоже идешь. Ладно, мы на улице. Сейчас выйдем, все расскажем. И вы заметили, что я вообще выпал зуб? Где? У Тёмы вчера выпал зуб. Молодец. Позавчера. Теперь ты наполовину без зубы. Не, вчера получается. Одним больше, одним меньше, да, скажи, без разницы. А, да, вчера. Я просто... А, все, пошли. Я пошли, 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 пошли. Хоть тебе пишевать. Я просто такой жеваю жвачку, а он... Посытался очень резко. А ты его взял и вынял, да? Да, вот так резко. Молодец. Ну и кому этот днем ничего делать было? Было так, что хорошо красиво. Ты, тут только же недавно все же было чистенько. Ну что за люди? Ужас. Подростки. Угу. Все, все, все вызвал. Видите, тебя обрисовали. Это паутина. Паутина, да. А, красивые, красивые двери сделали. Только они открыты. Не сильно. А. Пошлите. Смотрю. А, прикольно. Где тут кот спал? Вроде не вот видно котов. Да. Мы саморезы. Говори мне, куда? Так, идемте. Смотрите, какой багажничек тоже на Лексусе. Ага. И стопудово они местные, значит, получается. Стопудово. Сейчас я не удивлюсь, если там будет аха. О, сколько котов. Да, ты была права. Угу. Это тут, аха. Смотри. Да, аха. И тут живой
говорю, вот именно Харькова, куча Веха. Короче, весело. Идем. Догоняй. А, так слышишь? Так он же такой же багажник, как на Москвиче, что? Я что тебе сказала? Да. Такой, как у нас. Такой же самый. А я думаю, не обратил внимания. Тоже терадрайв точно такой же самый. Да, я же тебе сразу сказала, такой, как у нас. Прикольно. Так, ну что? На улице. Ой, какие березки. Неплохо. Смотри. Липка. Балкон. Балкон. Так это... Да, да, да. Да, балкон, да. Кто-то снял и положил здесь в яму. Тоже неплохо. Витя. Смотрите, какие березки красивые. Я помню, как это еще тут не было. Данная ситуация, это красиво. Спокойненько, да? Церковная школа. Сейчас ближе подойду. Красотища. Угу. А это же новый строят, да. На вот тут. Угу. Красиво тоже. Да. А мы это, вышли вообще в магазин-то, мы-то себе вчера скупились. Бабушки хоть что-нибудь там купили, а здесь у бабушки, получается, маловато еды, да? Да, сейчас идем в магазин. И плюс то, что мы здесь, поэтому сейчас надо будет что-нибудь такого купить, потому что, считайте, сегодня день еще просидим, ну, завтра, скорее всего, наверное, поедем домой. Поэтому, как бы, самые первые вот эти дни, самые опасные, можно сказать, пересидели. Просто я же говорил, почему мы сюда приехали, потому что у нас здесь дамба. Если, не дай бог, попадут в дамбу, прорвет... Кременчук уплывет далеко и надолго, поэтому здесь опасно. А мы находимся, получается, где бабушка Дина, ну, где мы сейчас. Это самая высокая точка. Ну, во-первых, вот эта вот часть города, она выше, чем дамба. Да, да, в любом случае. Потому что здесь есть тоже а плюсы мы еще там выше. Будет плавать. Мы, короче, мы в любом случае, да, вот эта вот да. часть уже на горе. И там, где бабушка, она еще выше, выше самая всего. Высокая, да? Да, поэтому идем в магазинчик. А вон стоянка, и она забитая, даже рядом стоят. Кстати, это, по-моему, мог Илюха тут быть. Да, Илюха здесь и был, и Илюха здесь и был на этой стоянке. Я забыла, что она уже тоже была. Да, да, он же был где-то здесь, вот на милиции. Видишь как? Офигеть. Да. Все забитое даже возле стоянки. Просто в Светловодск тоже очень-очень много людей приезжало с Киева, с Харькова. Тоже здесь все сидят. Ой, твердом. Мы идем и наблюдаем, что магазин вывозит технику свою. Прикинь. Люди боятся. А если вот будешь уже, мы же считали случаи мародерства. Ну да, мы сегодня же поначитывали, что кременчужане переезжали это, куда-то. На Польшу, да. Да, на Польшу как выезжали, то встречали людей в форме. А это были не настоящие. Хорошо, мародеры уже появились. Капец, я вообще в шоке. Как-то сильно быстро. Еще все более нормально. Сильно прямо... быстро. Там булочкой пахнет. Что? На обратно? Булочку хочешь? Ну, конечно. А что, если там сейчас такая свежая булочка? С удовольствием бы съел. Давай тогда сейчас, наверное, купим. Мало ли, чтобы на обратно еще... Ну, тоже пошли зайдем купим. Пойдем. А булочек нету. И не будет. И не будет, их не пекут. Понятно, кому сейчас только хлеб делают. Кому они нужны, да? Ну, тоже. Понятно. Ну, ладно. Взяли меня, разочаровали. Пока я Светловодске хотел так булочку вкусную. Сейчас не то время, видишь. Ну ладно, ничего страшного. Это мелочи. Ну, да, даже пропускать умеет. Это ж ВИИ было. А, да? Да. Я понял. Тёма, не прыгай. Слышишь, Тёма, руки горячие. Всё? Сметанку нашла? Та сметана то, что надо, её нету. Я понял, бабушка, он масло просила дать. Да. Оно. Только какое? 75, это синее, 73. Да? 73. 73, синее. Да. Видишь? Видишь? Ой, а ты можешь другое взять, пожалуйста? А. Взял. Вот. А то только какая-то пожмаканная. Да. Дальше. Куда? Ой, там вкусняшки. Надо? Да. О! Дай. Тёма уже взял. Есть? Опа, сыр! Ага, сыр. А когда вот так, на салате будет сыр кинуть. Все, выбрал. Да. Взял? Тёма, да. Принеси мне корзинку. Почему мороженка не покушать, да? Пошли. Все, какой молодец. Давай. Давай, давай, а ну держи, держи. Давай, потому что оно холодные руки у нас. Тёма, мне холодно. Угу, руки замерзли. Давай. Ничего с ним не будет. Что там? Там уже
на бутербродик? Я не знаю, возьми, если хочешь. Колбаска. О, смотри, колбасочка. Угу. Да, колбасочка. Колбасочка. Правильно бабушка говорит, вроде ничего не купили. А сколько денег? Мы вот тут маленькие, просто мы взяли два пакета, чтобы не тяжело было нести, разделили. Да, на 600 гривен получается у тебя? 220, и я ж купила сосиски. А, сегодня, ну, на 300 с чем-то, да, получается? Сюда. Ну, вот, получается, типа, как, сегодня той тысячи, и как не стойте, было. Не как спешим. И не было. Пошли. А то летят тут опасные. А что там черное такое все? Пошлите, что вы стали здесь? Черное небо такое, капец. Ну, три машины АХА. Ага, три машины АХА сразу подряд. Три джипика АХА поехали тоже. Он АА. Короче. Ладно, все, пошлите домой. Ничего страшного. Так, а у нас вот здесь вот заправка. Вчера здесь заправка была. Вон аж до пятой школы. Вот там, блин, не видно здание. Мы показывали, в котором мы учились. Угу. Здание, это наша школа была. То заправка вчера была до того места. И даже дальше еще, бабушка. По телевизору говорят, что типа бензин дефицит. Но вроде пока бы что-то на будет. Данный момент я, да, вон еще едут. На данный момент я только одну, как мы вчера ехали в Кременчугеуту на углу, да, или где мы видели закрытая заправка? Да, да, это было там. Да, только одна была закрытая заправка, а все остальные были открыты. Ну? Поэтому как-то так. Пошли, я уже что-то такое, как и что-то грызнуть хочу. Да, обойдешься. Значит, обойдешься. Сухо твое съем. Так толстая. Я сейчас ухо твое съем. Вот этот, что у меня свиная. Так, что у нас есть? Тёмина растаявшее мороженое. Сиди, ну, давай быстро купить в морозилку. Сейчас. Майонез взяли. Типа птичье молоко, только с клубникой. Да, ну 12 гривен. Тёма, такие леденцы захотел, что это такое, не знаю. Со мной поделится. Сметана. Вот такие эти. Мне кажется, если я бы вот так стал, мне кажется, было бы, наверное, лучше по солнышку. Мне кажется, тут что-то со сметаной не то. Кто выбирал? Она была целая, я еще ее пожмякала еще. Да, пробилась чем-то. Ну ладно, ничего страшного. А что ничего страшного? У меня рука, что не пить? Я твоя вода. Где твоя вода? Да. Так, вот. Еще мороженое. Твое, вода. Ее надо в холодильник положить. Еще там что-то такое. Да, капустечку взяла, богатая, да. Видите, за 25 гривен. Тёмина Фанта. На здоровье. Спасибо. На здоровье. Ребрышки. Килограмм 300 на 140 гривны. Сирок. Ну и красочка. Сколько мы ее не ели? Красные апельсины. О, смотрите, красные апельсинки. Три штучки. Ну, считайте, почти полкилограмма на 25 гривен. Опа. И простите, такие, как обычные опа апельсинки, что 790 грамм на 23 гривны. Тём, телефон показанный твой. Но он заряжается. Пускай зарядится. Вот такое мороженое белое. Вот такое мороженое коричневое. Это любимое Сережина, то белое. А мое коричневое. Масло. Чек-чек. Ну, короче, я же говорю, тут на 600-700 гривен получилось. На 35-35. Ушко копченое, видите, 230 грамм на 35-35 в натуре. Два, три в одном, да. И колбаска. И колбаска небольшая. Ну, так вот сегодня мы взялись. Ну, в общем, как бы, если взять по самим магазинам было нормально, да? Ну, как бы мы в очереди не стояли. Все как обычно. Тут все как класс обычно. То есть вообще никаких здесь этих, да, люди ходят, как бы ездят, да, номеров АХА, как здесь говорим. Всех принимаем. Пожалуйста, будьте в гости, приезжайте, мы вас ждем, да? И вы без проблем. Ну, а так, все вроде хорошо. Давай это все разлаживать. Давай. И что потом? Что потом? Мороженое сейчас есть. Жарко им, видите? Да. Мороженое будут кушать. Я твое съем, не беспокойся, раз тебе холодно, хорошо, я вместо тебя съем. Хорошо. Все услышали? Угу. Красиво. Эй, куда ты там, солнышко, теряешься? Не надо прятаться. Нас надо радовать. Хотя бы погодой. Блин, спасибо вот всем, кто в Инстаграме, в Ютубе столько людей понаписывали, столько поддержки. Просто вот ну нет слова, знаете. Каждый день бы были бы, помимо вот этой ситуации всей, чтобы все такие дружные были, как вот именно в эти дни. Просто, ну, у меня вот просто нет слов. Каждый пишет, 99 каждый день плюс сообщений. Стараюсь всем каждому ответить по ситуации, рассказываю, пишу все как бы как есть. Спасибо за то, что переживаете, это очень сильно приятно, честное слово. Mm-hmm. Та-дам! Голубцы! Да!
Ну давай, пару штучек сидим, а то мне мороженое муляет. Надо же сразу так покушать, а потом мороженка. Так, мне одному кажется, что у нас здесь подстава на кухне, да? Какая? Кроме меня никто этого не заметил. Что, здесь что-то темно? А что так темно? А ну и что? А что это лампочка? Потому что вчера это стояло. Бабушка решила смухлевать. Так, я думаю, блин, реально как-то темновато. Темно на кухне, давит глаза, да, больно? Ага. Вот реально больно в глаза, когда вот такой свет, и ты видишь такой, знаешь, да. Станя будет разборки устраивать. В чем дело? Ба! Проблемки. Наливай. Кого? Вот, пожалуйста. Наливай. Я буду. Где тут та это? Где там дырка? Ага. Ищи ее и делай больше. Вот она. Пожалуйста. Ножик, ножницы. А, ножик. Режь по столу. Хорошо. Я ножик, если что, затупил. Бабушка, я потом посмотрит. В ухо получишь. Смотри, как. Вот, это я понимаю. Любители. Давайте. Кто это вы любители? Да господи, да что. Не сильно вам жирно? Да нет, конечно. Хорошо, когда пачечку на два раза, на один раз. Вы же бабушки оставили. Оставили, да. Пол пачечки оставили. Надо было покупать большую просто. Какую большую? Больших не существует? Нет. Так надо было две купить. Так надо было. А что не купили? Ладно, приятного аппетита. Смачного. Чтобы второй раз едим. А потом еще на ночь еще. А потом еще ночью. А потом утром. Нет, мы потом будем картошечку с сосисечками. С капусточкой. Будем картошку с сосисечками. И с капусточкой. Ага. Холодная, да? Ага. Это же жадность. Жадность, я говорю, слышишь? Ну, не, чтоб подыши, подыши, правильно, холодненьким. Чё ты тут рычишь? Ты чё? Смачного. Бежите бегом, камера включилась. Вы что? Бежи. Камера, камера. Да? Ага. Открывай. Ну, правильно. Сиди лучше взяли. Конечно. Ну, нам за 30, ну, нам как хорошо. А вам за 25. Вам за 25, а нам за 31. Ну, нас радуга. Вот. Вы просто такое не будете кушать. Как мы, радуга лучше. Ты что, ложку поломал? Да. Ты что? Возьми тогда другую. Нет. Железную. Она вкусная. У вас хуже. Конечно, хуже. Я думаю, что у нас столько много получится. Даже мороженое дорогущее. Да, да, да. У нас, а у вас что? Вот видите, чем занимается? Все? Та-бам. Отлично. Ты умничка. Ты картину делаешь, Сарато. Действительно. Нет, ты умничка, ты молодец. Сейчас опять-таки, ребята, сейчас мы порежем наши всякие вкусности. Пойдем покушаем. Да? Да. Да, да, да. Фильм будем смотреть? Какой? А там есть скачанный. Не может быть. Отлично, мы его не видели. Ушко. А Тёма уже спрашивает, мам, а мы будем кушать сыр-косичку? Конечно, будем. Как это мы не будем кушать сыр-косичку? Наверное, будем. Да, там я туда не пойду. Ты что, вот так? О, так лучше я тебя подальше. От меня подальше? Да, я тебя боюсь. Че? Бойся меня, бойся. Ты меня сегодня мучила. Я чуть-чуть, это так, для профилактики, для разминки. Так, видите, как называется, поднимаем себе настроение, чтобы все было хорошо. Хотя, знаете, как спится плохо. Ну ничего, ладно, будем надеяться, что все хорошо. Но сегодняшний день, да и по новостям вроде, и по этому всему, вроде бы как попроще, ну или так кажется, или так хочется. Так хочется оказаться. Наверное, так хочется оказаться, да? Но просто столько всего говорят, столько всего пишут. Очень много фейков. Вот, да, или не ведитесь, много. Пожалуйста, не ведитесь вы тоже на все. Мы тоже как бы никакого более-менее кипиша стараемся не падать, потому что мы сюда, потому что я уже повторялся, еще раз повторюсь, только, ну, самое неприятное это дамба, все. Не хочется зимой купаться. Я бы еще кое-что сказала. Ну да, нельзя, надо. Да. Мы лишнего распространять не будем, как бы да. Мы показываем ситуацию, которая сейчас есть. Стараюсь под вечер выложить видео. Абсолютно верно.
И реально, пока есть вот такая вот ситуация будет слаживаться, видео мы будем выпускать ежедневно, вечером, именно тот день, который у нас прошел. Да. По крайней мере, будем очень стараться. Мы будем стараться, по крайней мере, да. Поэтому как-то вот так. А я чуть тебе это, с пальцем не будешь кушать? Ушки? Нет, спасибо, мне только ушки копченые надо, да. Поэтому ладно, ребята, будем все-таки отдыхать, да. Пытаться как-то расслабиться. Да, еще раз всем спасибо, кто нас поддерживает. Прям сегодня я же говорю, уже повторялся. Да, я скажу. Ты уже говорил. Ой, Алло. Звонят. Иди отдай. Алло. Бабушки бабушкам. Привет. Что там, бабушка Полина? Да, бабушка из села звонила. Да, говори. Хотела бы, вот Сережа уже говорил, хочу я еще сказать. Это просто, ну, нереально. Спасибо огромнейшее. Это настолько приятно, что столько людей нас поддерживает, столько разных стран. Ничего, ничего, нормально. Этот самый очень разный и очень много стран поддерживает. Боже, это... Мы бы приехали к каждому, кто нас звал, честное слово. Да. Каждому приехать, но просто вы же понимаете, это на 99% невозможно. Потому что мы и так хотели, думали, все-таки на недельку, на какую-то, на две... Поехать в Польшу, ну, как бы, не то, что там, это, ну, поехать в Польшу, думали. Ну, чуть-чуть подальше от этих всех действий. Но очень проблема там, не будем разглашать, какая. Проблемно, короче, выехать, да. Скажем вот так. Многие, многие знают, почему. Да. Все. Поэтому, ребята, до все, завтра. Всем спасибо, что были с нами, что нас поддерживаете. Мы всех очень сильно любим. Ставьте лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про колокольчик. Чтобы вышло новое интересное видео. И всем спасибо за донаты. Огромнейшее спасибочки всем действительно за донаты, за поддержку вашу. И всем пока. И до завтра, народ. Пока. Пока. Стой, мам. Да, я не могу, я уже занята. Тема пообниматься хочет. Вот, зимой. Мне тут это. Я не могу. Так позже. Да не, не надо ложить. Пускай мама делает нам ушки. Ты хочешь побыстрее косичку? Вот и все.